Отвергнутые вышли. Уже отгремели первые два дня, я стримил, я был на презентации и теперь уже готов-таки врываться с новыми видосами. Привет, Страж, канал Triple Vibe и Джонни Лейни на связи. Каждый раз, когда в игре выходит какое-либо обновление, на канале выходит куча классических гайдов. То, почему многие скучают и чего иногда так не хватает. Вот и сегодня начнем с самого начала и самых базовых гайдов. В этом ролике я расскажу, как открыть новую локацию «Город грез». Квест на открытие доступа к одной из самых секретных точек на карте вселенной вам выдадут после окончания сюжетной кампании. У Петры получите сломанный амулет для доступа в город, который нужно будет починить. Вдогонку она, кстати, даст вам пистолет «Вестианская династия», знакомый нам по первой части. На первом этапе квестового предмета вам нужно будет грабить затерянные сектора. На амулете будет указано три сектора – в старом убежище корсаров, в сердце паутины и в редком зеленом месте. Их местонахождение можете видеть на карте. После нас ждет самый гриндовый этап – убивать одержимых в локациях Ио, топь на ЕМЗ, налет озера теней и в гамбите. Это все на выбор. Я бы рекомендовал лететь на Ио, там этих одержимых полно, а Шармир от них стреляется. Фармите ивенты и затерянные сектора, и тогда этот этап займет у вас около минут 40. После возвращаемся к пауку и получаем следующее поручение. Принять участие в новом публичном мероприятии на спутанных берегах «Урожай эфира». Отправляемся на четырехрогое ущелье, ждем там мероприятие и просто проходим. Не обязательно делать героик, о том, кстати, как его сделать, я расскажу в ближайших видео, а то уже надоели рандомы, обламывающие паблик-ивент в героической модификации. После этого нас направят на специальную миссию в город грез, где мы с Петрой будем пытаться выйти на связь с королевой Марой Сов. После квест будет завершен, вы получите одну рандомную шмотку выше вашего уровня силы и откроете доступ к локации. Вот такой небольшой квест, это если у кого-то все еще оставались вопросы, как туда попасть. Ну а я пошел играть и записывать новые видео, не пропустите их. Подпишитесь на канал, поставьте лайк и оставайтесь на связи. Пока!